Хотели дать образование получше, но не исключено, что будущее своим детям, наоборот, испортили. Ведь, например, при приеме на работу в некоторых местах заглядывают не только в биографию кандидатов, но и в биографию членов семьи. В Петербурге троим родителям, которые предоставили фальшивые регистрации, чтобы детей в школу записать, суд назначил штраф по уголовной статье за подделку документов. Все фигуранты для того, чтобы зачислить своих детей в первый класс гимназии Петроградского района, вместе с заявлением предоставили туда подложные справки о проживании их детей по месту нахождения учреждения. Все фигуранты признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.